В университетской клинике Казанского университета продолжается вакцинация. На сегодняшний день привиты уже более 11 тысяч человек, прикрепленных к поликлинике, а также сотрудники и студенты вуза. На сегодняшний день нам поступила вакцина «Совигрипп» с консервантом, трехвалентная. До этого у нас применялась еще «Флюэм» без консерванта и «Совигрипп» для беременных был. Совигрипп – это отечественная вакцина. В нее включены новые штаммы этого года. Она имеет одно противопоказание – аллергии на куриный белок. Кроме того, прививку нельзя делать, когда наблюдаются симптомы простуды. А вот пройти вакцинацию рекомендуется людям, входящих в группу риска. В нее входят, во-первых, студенты, медработники, преподаватели, сфера обслуживания, лица старше 60 лет, призывники, беременные. И те лица, которые по роду своей деятельности больше общаются с людьми. Желающие привиться могут обратиться в университетскую клинику по адресу Вишневского 2А с 8 утра до 7 вечера в будни и с 8 утра до 3 часов дня в выходные. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.